Нет. Добрый вечер, подписчики. Пользуясь случаем и находясь в гостях в интересном доме, в котором 16 этажей, хочу вам показать практически весь Уральский хребет, который тянется с юга на север. Да, конечно, плоховато видно, но кто захочет, тот увидит. Вот закат, то есть это запад, у нас 8 часов. Это направление Екатеринбург. А то направление Серов. Вот такие вот горы. Здесь и трамплин, и карьеры, и виднеется вдали Белая гора. В общем, как-то так. Спасибо за внимание.